убивающая атмосфера. Знаете, я, когда еду на работу часто, я вообще еду в метро. И проезжая метро через определенную станцию, у меня постоянно происходит какая-то тревога. Когда я приезжаю эту станцию, все нормально. Но когда я даже выхожу на этой станции, постоянная тревога. Я молюсь, я говорю: Бог, в чем дело? И Бог говорит: эту станцию метро контролирует конкретный демон. А так как я очень чувствителен к духовному миру, я это чувствую. Так вот, за разные вещи, за разные территории, городом, страной стоит определенный дух. А за духом стоит определенная атмосфера, которая управляет тем местом, за которым она стоит. Поэтому, если ты хочешь, чтобы то место или тот город этот дух покинул, а с ним же и атмосфера, свяжи этот дух. Сам этого не делай. Это сложно. Возьми команду и свяжи это. За всем стоит определенная атмосфера. Когда я этого не делаю. Один раз только сделал и проверил. Когда я включаю определенные телеканалы по телеку, и там идет программа «Битва экстрасенсов», нужно всего лишь 2 минутки. 2 минуты! И в моей комнате такая атмосфера демоническая. Я задыхаюсь. Реально. Воняет просто серой. Потому что через телевизор я пускаю демонов. Когда я включаю канал «Возрождение», CNN, TBN, христианские каналы, сам Дух Святой, я даже не говорю: Дух Святой, приди. Сам Дух Святой приходит. И меняется атмосфера. Знаете, я месяцами не знал, как решить одну проблему. Включая христианский канал «Возрождение», пришло за 5 минут пришло такое помазание, идут автоматически, Дух Святой мне просто показывает, вот так решить эту проблему. За всем стоит атмосфера, точнее дух, а за духом атмосфера.